Приветствую вас на канале Жмурки, и у нас сегодня новый хоррор про 9-летнего любопытного мальчика в красной кепке. Так что, как говорится, приятного просмотра. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки. Поехали! Я сплю? Где я? Оу! Это что за комната? Где я? Это шкаф. Дверь привязана веревкой. Блин. Надо выбираться отсюда. В окно. Фу, какая вонь здесь. Это что там такое в коробке? Слишком, да, высоко, я тут не смогу спрыгнуть. Что это в коробке такое? Боже, там рука человеческая. И какие-то щипчики. Я не знаю, надо как-то выбираться. В принципе, эти щипчики мне помогут двери, да, открыть? Отлично. Мне нужна веревка, чтобы спуститься через окно. Где бы найти веревку? Там веревка есть. Мне нужна какая-то отмычка или ключ. Блин. Вы слышите это? Там кто-то есть. Что, электричество пропадает? Может, тут что-то найдем? Все везде закрыто, блин. Как выбраться, блин? Это моя игрушка. Что она здесь делает? Так. Что тут у нас? Боже мой, как тут воняет. Как тут воняет. Это что? Это скрепка, ее можно использовать как отмычку. Хорошая идея. Мать честная, тут реально пиздец. Что здесь происходит? Бинокль, кресло. Мой дом. Это сон какой-то. Где я? Это какой-то сон. Сейчас. Там кто-то был. Там кто-то был. Я умер? Или я проснулся? Это был сон.
дом номер 9 на улице Children's. Это тот дом, за которым я часто наблюдаю. Все считают моего соседа пропавшим, но не я. Я вижу, там горит свет. Я вижу силуэт человека там. Он там есть. Ладно, надо это все дело проверить. Я слишком любопытный. И положу конец этой тайне. Я все узнаю. Так, ну что, как говорится... Так, сначала надо взять кепку, рюкзак, все необходимые вещи. Игрушка пойдет. Моя любимая красная кепка. Ну и, разумеется, свой рюкзачок. Отлично. Так, возможно, я напишу записку родителям. Привет, мама. Привет, папа. Если вы читаете это, я ушел в тот странный дом, о котором постоянно говорил. Вы видели те фотографии, которые не хотели видеть, ругали меня, запрещали мне ходить туда. Поэтому мне пришлось идти туда ночью, втайне от вас. Я хочу утолить свое любопытство и перестать вечно думать об этом доме. Люблю вас, Арминчик. Ох, Арминчик, Арминчик. Что ж ты творишь-то? Арминчик, ты наш. Так, отлично. Ну что, пошли? Так, тут родители закрыли, надо через задние двери. Наша газонокосилка, наш прекрасный дом, наш автомобиль. Просто бомбический автомобиль. Так, так, так. Темно, конечно. Может, у папы взять фонарик, я видел в мастерской. Сейчас возьмем фонарик свой. Папа меня ругает, конечно, но... Я туда и обратно и положу его на место. Там вот светится. Светится свет, мне надо попасть. Я хочу узнать, что же там такое происходит. О, как тут воняет. Двери закрыты. Возможно, попробуем. Надо как-то на второй этаж подняться. Но я вижу, тут у нас лестница. Там кто-то, там игрушка. Надо попробовать с заднего входа зайти. Тут, в принципе, все понятно. Странный, конечно, этот сосед наш, но мне надо узнать. Мне надо узнать. Сначала надо попробовать переднюю дверь. А ну погодите. Точно. Надо сначала там посмотреть. Рабочий? Тут нет никого. А! Бутылки разбросаны. Человек явно бухает. Это туалет. Дай бог здоровья вашему туалету. Тут какие-то проблемы с электричеством, я так понимаю. Так, а что здесь у нас? Жуткие картины. И очень невкусно пахнет. Назовем это так. Там кто-то был. Там кто-то был. Двери. А тут закрыто все.
В любом случае надо обходить. Надо пробовать обойти дом. Через заднюю дверь зайти. Сейчас мы попробуем. Я здесь бывал неоднократно, наблюдал не один раз. Я знаю, как устроена тут планировка. Эти качели. Всегда хотел покататься. Вот эти подковы, наручники. Это какой-то пиздец. Мне не страшно. Нет, я не боюсь ничего. Мое любопытство, оно сильнее. Тут открыто. Есть еда. Значит, тут точно кто-то есть. Есть еда. Но она какая-то испорченная. Боже мой, как здесь воняет. Как же здесь воняет. Есть. Закрыто. А тут открыто, но тут заблокированный проход. Там закрыто. Жуткие картины. Жуткая вонь. Боже мой, тут человеческий череп. Выломанные двери. Тут явно живет какой-то сумасшедший. Это пиздец. Но не будь я маленьким пиздюком, я бы давненько бы уже развернулся и убежал. Но я хочу узнать, кто тут. И мне приснился сон. Ужасный. А вот и свет. Тихонько. Тут пусто? Компьютер? Какие-то проблемы с электричеством. Что тут еще есть? Кроме бутылок, краски. Двери красные. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Выйти. Боже мой. Кто здесь? Воняет так оттуда там. Кто здесь? Там кто-то умирает. Мне надо срочно выбраться из дома. Там кто-то умирает. Похоже, это половинка ключ от красной двери. Я нашел ключ. Половинку ключа. Кто там? Да, какие-то проблемы с электричеством. Надо валить отсюда. Надо валить. Ой, дверь открылась. Супер. Не, надо валить. С меня довольно, мне хватит этот бардак. Это еще что такое? Кто здесь? Кто здесь? Какие-то куклы. Все как-то разбросано. Тут какой-то создатель кукол живет. Это какой-то ужас. Но тут пусто, тут нет ничего. Ладно, надо уходить. Надо уходить.
кто-то был. Там кто-то был. Кто здесь? Хватит со мной играть. Все, я бегу. Побежали домой. Надо бежать, рассказать родителям. Хотя зачем рассказывать? Ругать будут. Ладно, просто уйду и все. Просто уйду и все. Блин, я кепку свою забыл. Я забыл свою там кепку. Блин, надо вернуться, а то родители заругают. Да и придачу, это моя любимая кепка. Не могу ее оставить, надо забрать. Моя кепка, давай. Пора убегать, пока... Пока не стало хуже. Надо увалить отсюда. Здесь явно какой-то дурдом. Здесь явно какой-то дурдом. Как это может быть? Кто-то закрыл двери. Бля. О май гад. Все закрыто. Все просто закрыто. Мне кажется, я попал в ловушку. Заперто. По идее, эта дверь ведет в подвал. Надо осмотреться. Может, возможно, есть какое-то окно открытое. Картина. Здесь вообще все ужасное. И картины, и все. Мне кажется, я попал в ловушку. Никто меня не спасет. Это что такое? Замок? У моего зайчика была похожая бирка. Это что такое? Что за галлюцинации? Мне надо собрать игрушку. Это что? Теперь у меня есть целостный ключ. Теперь я смогу открыть те двери на втором этаже. Тут закрыто. Видите? Вот игрушка, вот зайчик. Я заблудился. Тут же были двери. Да что это такое, блядь? Что здесь происходит?
подняться и пройти через лестницу. Снова эта игрушка? С меня хватит? Ты где? Ты где? Мне, в общем, нужно спуститься сюда и забрать свою игрушку. Это еще что такое? Я остался один, но я продолжаю слышать топот по ночам и даже смех, который отсутствовал в этом доме так долго. Показалось. Так, давайте возьмем свою игрушку. Я возьму игрушку и просто выйду отсюда, и все. Привет. А. С днем рождения от твоего соседа напротив. Сейчас я вставлю это сюда и выйду. А нет. Надо еще 5 букв. Боже мой, ты кто? Мальчик. Ты кто? Мальчик, постой. Как мне выбраться с этого дома? Мальчик, погоди. Куда он делся? Куда он пропал? Эти двери открыты. Боже мой, как страшно. Это что такое? Это труп? Это мертвый человек. Боже мой, какая здесь вонь. В один момент все зашло слишком далеко. Мартелла получилась слишком настоящей. Мне кажется, что она начала жить своей жизнью. Я нашел в мусорке игрушку покойного мальчика. Уверен, это была она. Игрушку я положил над телевизором, чтобы ее никто не достал. Я начал бояться ее. Постоянно чувствую, что она стоит за мной. Смотрит и дышит мне в спину. Отсутствие сердца сделало ее опасной. Мне надо к телевизору, там есть игрушка. Боже мой, как же я хочу выбраться с этого дома. Как же ты меня напугала, игрушка, мальчик. Там, где телевизор. Возьмем игрушку, а потом еще одну и выйдем отсюда. А вот игрушка, боже мой, я не могу достать. Блин, надо взять какой-то стульчик. Пошли на кухню. На кухне полно стульев. Там кто-то пробежал. Да кто здесь? Это не смешно! Так, берем стульчики и уходим. Я вот несу стульчики, думаю про ту красную дверь. Не знаю почему.
здесь еще одна. Тебе повезло родиться с такими милыми, милым личиком. Прими эту игрушку от меня. Боже мой. Это такие игрушки, только которые он дарил разным детям. Блин, мне еще надо 3 игрушки, и я буду свободен. Это кто такой? Что это за призрак? Он меня куда-то ведет. На второй этаж. Боже мой, как же мне страшно. Он убежал. Что здесь? Не может быть. Это клетка в крови. Пыточная? Я не хочу сюда. Мальчик. Мальчик, привет. Мальчик. Привет, Арн. Ты не видел тут такую игрушку белую в виде обезьяны? Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я Макс. Мы все тебя знаем. Наблюдали за тобой. Долго ждали. Время тянется очень медленно. Тут холодно и страшно. Я долго искал ее, но так ничего и не нашел. Кукольник спрятал ее от меня в виде наказания. А что за странный замок на входной двери? И как его открыть? Дети его повесили, чтобы ты не сбежал раньше времени. Каждый ребенок использовал вместо ключа бирку от своей игрушки, подаренную кукольником, до того, как мы тут очутились. Но почему я не могу уйти просто домой? Наше спасение, оно не закончено. Кукольник собрал куклу из наших лучших частей тела. Он Боже, успел какой... вставить сердце в куклу. Но ничего страшного. Скоро она вырвет из тебя сердце и станет доброй. И мы все упокоимся. Но меня ждут дома. Мама с папой живы. Ты говорил, что потерял игрушку. Давай я ее найду тебе. Я буду рад. В поисках тебе поможет камера, которую кукольник встроил в игрушку. С помощью них он следил за детьми и отбирал лучших. Доступ к камерам есть в этом планшете. Планшет? Ты искал планшет? Я умею пользоваться планшетом. Давай посмотрим. Всего 2 изображения. Но кажется, я видел эту картину. Я сейчас принесу ее тебе. Эта картина была на первом этаже. Это я помню точно. Весь дом в этих ужасных картинах. Но где-то я ее видел. И вот этот красный свет мне всегда напоминает про те красные двери. Хотя я не хочу ее открывать. Боже мой, как же тут холодно и страшно. Как же я хочу домой, к маме и папе. А вот эта картина. А вот эта игрушка.
Надеюсь, эта игрушка подарит тебе счастье. Я тоже верю даже в это, так? Но нам еще не хватает две игрушки. Давайте посмотрим. Красные двери. Мне страшно, но надо. Я просто хочу счастья. Ты кто? Мальчик. Я хочу к маме. Я сорвал себе голос, когда орал, зовя на помощь. Из-за этого он решил зашить мой рот. Боже, какой ужас! Теперь я не могу кушать. У меня начали выпадать волосы, а кожа стала гнить. Я не ел неделю. Мальчик, дай мне игрушку, я выберусь и спасем тебя. Пожалуйста, мальчик, дай игрушку. Она мне очень нужна. Открыть дверь. Я расскажу маме и папе. Ты хочешь кушать? Взамен на игрушку? Я сейчас принесу тебе еды. Ты, главное, никуда не уходи. Хотя... Сейчас я буду. Так, мне надо на кухню взять еду мальчику. Боже мой, он живой. Надо маме и папе быстренько рассказать. Что здесь происходит? Это какой-то пиздец. Где-то я видел, тут была пицца. Но пицца пустая коробка. Давайте я возьму вот есть тарелка. С едой. Надо быстренько мальчику помочь. Ну где же я найду еще одну игрушку? Боже, у меня так стучит сердце, что я его слышу. Я так хочу домой. Мальчик. Мальчик умер. Ты хорошая балерина. У тебя большое будущее. Береги себя. Балерина? Я пока видел только мальчиков. Значит, есть еще и девочка. Ладно, давай сейчас ставлю вот это и поищу еще девочку. Кажется, свет появляется. Или нет? Но тут нет никого. Тут никого нет. Куда же мне? Как же мне выбраться с этого дома? Дверь? Подвал? Точно! Она здесь, эта игрушка. Боже мой, как же здесь холодно и воняет. И темно. Записка. В детстве у меня не было друзей. Я пытался заменить их игрушками, но они не были такими же живыми. И я сделал свою первую игрушку из расчлененной кошки. Она получилась не такая, как другие. У нее была душа. Вскоре я сделал игрушки из птички, собачки и даже человека, которого сбила машина.
я подарил им лучшую жизнь. Я не мог стоять на одном месте. Мне хотелось чего-то большего. Так и родился мой последний проект «Мартилия». Боже, какой кошмар! Зачем я это прочитал? «Мартилия», говоришь? Значит, она где-то здесь. «Мартилия!» Вы слышите это? Закопана. Мне надо найти лопату. Боже мой, я не верю своим глазам, что я сейчас буду это делать. Открыть? Посмотреть? Это девочка. Но у нее есть игрушка. Мне очень нужна игрушка. Береги свои чудесные глазки. Они у тебя одни. Пусть эта игрушка будет моим напоминанием. Она пропала? Надо выходить. Надо быстрее выходить с этого дома. Я сейчас смогу выйти. Я могу уйти. Да что там уйти? Бежать надо отсюда. Боже, я дома. Боже, как дома хорошо. Осознание того, что я уже ничего не могу поменять, сводит меня с ума.
закончил жизнь. Всем огромное спасибо. Вот такой вот печальный конец. Человек свихнулся. А с вас, господа, лайк, подписка. Всем хорошего дня. До скорых встреч.